хорошо жить без крайней России. На сцене Московской гимназии имени Копцовых коллектив Пермской школы номер 2. Это заключительное испытание первого всероссийского конкурса «Успешная школа», по итогам которого учреждение образования с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля вошло в шестерку лучших школ страны из более чем 3000 участников. Мы действительно необычная школа, и мы постарались показать различные технологии достижения успеха и в области содержания образования, и воспитательной работе. Мы показали работу с социальными партнерами, со средствами массовой информации. Мы показали траектории пространства выбора развития ребенка и траектория индивидуального развития учителя. Успешной школой наряду с пермяками стали представители Чеченской республики, Камчатский край, Мордовия, Иркутск, Великий Новгород. Каждую школу на конкурсе представляла целая команда – директор, педагог, родитель и учащийся. В составе пермской делегации от учеников был выпускник 11 класса Влад Костырев. Участие в таком масштабном мероприятии – огромный опыт, говорит пермяк. Он был очень полезен как для школы, так и для меня лично, потому что он позволил мне познакомиться с ребятами из других образовательных учреждений не моего города, не моего края. И мы обменялись нашим опытом, попытались передать друг другу атмосферу наших школ, взяли какие-то, поделились интересными проектами. Директор школы считает, что успешность ее учреждения заключается в первую очередь в том, что у педагогов совпадают смыслы счастья и жизненных ценностей с ценностями профессии учитель. И тогда он несет вот это счастье и успех для своих учеников. И в содружестве с родителями рождается то, что мы называем успешная школа, в которой важны не только предметные результаты, но и личностные результаты, конкурентоспособность, креативность, возможность решать проблемы, строить свою судьбу, быть счастливым человеком. Девиз школы – школа добра, красоты и гражданственности. И, как отметила компетентная жюри всероссийского конкурса, в пермской школе номер 2 воспитывают настоящих граждан. Здесь умеют видеть и признавать уникальность и талант каждого ученика.